Всем хой! Вы мне пишете, что я там не читаю. Да, я не читаю. Смотри, читаю я или не читаю. Вот смотри, что у меня есть. Вот. Вот что у меня есть. Кстати, я никому ничего не дам. И ни у кого ничего не возьму. Вот видишь, ти моя коллекция книг. Вот какая моя коллекция книг. Вон, видите? А ты сидишь там, не читая, не читая, да, я не читаю, только это какое. Букварь один прочитал. Вон, видишь, у меня есть эти розовые Мартинсона. Я в них сплю. Вот, это у нас балдеж, он, видишь? Балдеж, мы балдежники. Вон. Вот Кира. Блин. Вот Кира, она самая из балдежных. Самая кошка такая балдежная. Да? Она говорит, давайте, балдежник, Кира. Балдежная киса. Кстати, короче. Я ее, у меня когда был Каши гитарист, это, короче, жена Каси гитариста. Вот. Она молодец, она красивая. Она самая умная, самая четкая, самая балдежная кошка. Вы все дома ходите в тапочках, а я хожу в балдежных мартинсах. Видите, как меня Кирка уважает? Вообще кайфово. Эта кошка вообще кайфовая. У меня, кстати, короче, на почте две камеры. Наверное, запись будет четкая. Ну, 360 еще покатит. А представляете, если там будет запись 160 или 180 или 240. Это будет вообще не балдежная тема. Да, я, кстати, короче, думал у Кузи заказать балахон балдеж. Ну, 4 штуки, я не знаю, может быть, потом закажу. А чё, нормально. Мы же балдёжники. У нас балдёжники кто? Жру.ру. Самый кайфовый балдёжник это Руслан Гительман. Митя Хэт. Потом Обжорка ТВ. У нас там, короче, в Инстаграме есть такая тема. Банда едоков. Мы там сидим, кайфуем. Вызовы друг другу кидаем. Что покушать? Потом сидим и кушаем. Кстати, короче, я кушаю на канале, если ты не знаешь. Канал называется «Еда за смех». Блять, «Еда за смех». «Еда со смехом». Я там поглощаю. Самая ледовая, самая хитовая, самая трендовская тематика у меня. Это как я скушал килограмм луку. Представляешь? Зритель мой любимый. Килограмм лука вареного. Ты можешь скушать килограмм вареного лука? Я могу, кстати. Мне там еще должно добавиться 5 человек. И я, представляешь, от этим безумным ртом буду поглощать 2 килограмма луку. И потом нормально все. Это будет все балдеж. Кстати, я этот ролик назову балдеж. Да, Кира, Кира любит балдеж. Моя девочка. Она хочет на шашлыки. Позовите Киру на шашлыки. Она хорошая. Она сразу все шашлыки скушает. А, кстати, короче, я был в армии, когда... Это мамка с отчим, отчим Царство Небесное. Там это, они, короче, пошли туда к за интернат на шашлыки. И Дашулька, тоже Царство Небесное, бультерьерша, она, короче, взяла шампур, сняла с огня и пошла его кушать, мяско поглощать. Она тоже балдежная кошечка, собачка.
Все бультерьеры, кстати, балдежные. Ты тоже быть сбалдежный. Вообще кайфовая Кира. Видите, она какая, как меня любит. Это просто балдеж, да, Кира? Он грим. Видели, какой грим балдежный вообще? Красивый грим. Грим. Ты же балдежный? Ну-ка, ты че боишься? А? Грим, ты че сам себя боишься, Грим? Кира, ты боишься сама себя? Кира, где Кира? Где Кира? Кира где? Кира балдежная кошка такая. Вообще кайфово. Да, меня там, короче, этими негативными этими комментами меня засыпали. Где я своего корефана? Да, у меня виртуальный корефан, да лучше виртуальный корефан настоящий, чем фальшивый реальный друг. Я лучше буду с таким корефаном виртуальным дружить, чем с фальшивым реальным. Да, Кира, Кира, не надо меня целовать. Пас, ты тоже балдежный, ну-ка. Пас, у нас балдеж. Ладненько, мои корефанчики. Я вас всех обожаю. Главное, чтобы у вас в душе всегда был балдеж. Пока. До скорых встреч. Я вас всех обожаю. Балдеж.